О новостях в мире. Резкий рост торгов в юане и лире наблюдается на московской бирже. Как сообщает трейдер со ссылкой на данные торговой площадки, только за считанные дни марта, учитывая, что биржа приостановила торги, обороты в парах юань-рубль и лира-рубль подскочили сразу в несколько раз. Тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж. Здравствуй, Мариам. Московская биржа сообщила, что и за первые 6 торговых дней апреля на валютном рынке оборот в юане и лире удвоился относительно показателей начала марта. По итогам торгов в марте обороты в парах юань-рубль и лира-рубль подскочили к февралю в 6 и 8 раз соответственно. Среднедневной объем торгов по юаню достиг рекордных 1,5 миллиарда юаней. Этот тренд продолжился и в апреле, говорится в сообщении торговой площадки. Накануне торговая активность пары юань-рубль установила абсолютный рекорд с момента начала ее обращения на Мосбирже. Объем сделок превысил 25 миллиардов рублей или почти 2 миллиарда юаней. Это в 13 раз выше средних январских значений. Аналитики предполагают, что основной объем формируется за счет отечественных банков, которые проводят больше операций с юанем, а также повышенной активности китайских компаний-импортеров на российском рынке. Спрос на китайский юань начал формироваться с начала специальной военной операции в Украине из-за необходимости поиска новых рынков сбыта, а также ограниченности операций с западными валютами. ЦБР накануне заявил, что после заморозки западными странами российских резервов в их валютах, у него остается достаточный объем резервов в золоте и юане. По многим валютам Мосбиржи является главным источником ликвидности в стране. Биржа сообщала, что не испытывает недостатка ликвидности по валютам, торгующимся на площадке. Мариам. Спасибо, Айсанж.